теплотой и радушьем сердце моряков, грань гостеприимный встречает по-братски гостей с дальних земель и соседних краев. Мы приветствуем вас на сегодняшней встрече, рады видеть всех старых и новых друзей. Пусть для вас будут добрыми утро и вечер, и запомнится праздник разноцветием и день. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вот сейчас себя ощущаю каким-то, наверное, ребенком, который, так сказать, чего-то ждет. Вот. На самом деле, каждый из нас, я думаю, сегодня чего-то ждет. Я, необычно, наверное, такое происходило год назад, когда к нам приезжал Дед Мороз. И я сейчас хотел бы немножко остановиться на том, ну, почему все-таки мы решили вот второй международный фестиваль шляп делать. Ну, наверное, потому что все-таки мы заболели идеей серьезно и сошлись сегодня, когда Олег Николаевич и Ирина Гончарова встретились. Ирина Гончарова, как идейник вдохновитель, сказала: ребята, давайте делать. Поэтому большое, огромное спасибо ей, Олегу Николаевичу, всем мастерам, которые откликнулись на ее призыв показать свои работы, свое мастерство. Спасибо вам большое. Хотелось поблагодарить вот всех ребят, жителей, которые помогли в организации этого мероприятия, потому что на самом деле очень много они трудились, они сейчас еще волнуются. Потому что сегодня, завтра очень много насыщенных мероприятий. Тоже вам огромное спасибо. И, конечно же, я пожелаю всем вам насладиться этими мгновениями чуда. Очень приятно видеть полный зал сегодня в Дворце культуры «Победа». И вслед за поздравлениями Валерия Ивановича, я тоже хочу выразить огромные слова благодарности всем, кто принял непосредственное участие в организации этого грандиознейшего мероприятия. Это наша команда, которая, поверьте, несколько месяцев, чтобы провести этот двухдневный фестиваль, не спала, задумывала, как сделать так, чтобы все было без сучка, без задоринки, все было великолепно. Это те мастера, которые сегодня за сценой волнуются перед показом. Это все модели, которые будут сегодня выходить на этот подиум. Это, естественно, наше замечательное жюри, которое собралось не просто из разных уголков России, а из разных уголков зарубежья, разных стран. Но об этом чуть позднее. Хочу сказать огромное слово благодарности вам, нашему зрителю, за то, что вы верите в этот праздник, верите в фестиваль «Шляп. Карнавал света». И поверьте, мы зальем яркими красками сегодня и завтра полностью Вятские поляны. Поэтому наслаждайтесь праздником!
возможность проявить себя, показать свои таланты. Большое спасибо организаторам Олегу Николаевичу, Валерию Ивановичу за то, что они помогли организовать, чтобы этот фестиваль состоялся. Спасибо вам, зрители.